姜100克 Бурин имбиря 100 граммов 其中50克切成片 Из них 50 граммов нарезаны пластинки 半只鸡切小块 Половину тушки курицы нарезать на куски 剩下的50克姜搓成姜汁 Оставшиеся 50 граммов имбиря натереть на терке, получить сок 切好的鸡肉和姜汁混合Смешать мясо и сок имбиря. 加入两小勺糖。Добавить 2 чайные ложки сахара. 三小勺盐。3 чайные ложки соли. 一小勺鸡粉。1 чайную ложку сухого куриного бульона. 搅拌。Перемешать. 腌制20分钟。Мариновать 20 минут. 锅里加80克芝麻油。В сковороду добавить 80 граммов кунжутного масла. 50克姜片煎两面金黄。50 граммов нарезанного пластинками имбиря обжарить с обеих сторон до золотистого цвета. В 锅中下入两个鸡蛋. В сковороду разбить 2 яйца. 变色后就捞出. Обжарить и достать. 放入腌好的鸡肉炒至变色. Вложить замаринованную курицу, обжаривать до изменения цвета. 加水, 水面要超过鸡肉的表面, 大概是600克水。Добавить воды. Вода должна скрыть курицу. Примерно 600 граммов. 把鸡蛋和煎好的姜放回去. Обжаренное яйцо и имбирь вернуть в сковороду. 50克胡萝卜切粒. 50 граммов моркови нарезать кубиками. 放锅里煮大概15分钟. Положить курицы варить примерно 15 минут.